Здравствуйте, вас приветствует NYFP TV. Рассмотрим ситуацию на валютном рынке сегодня, в пятницу. Долларовый индекс во время утренней сессии растет и достиг отметки 83.23. Пара евро-американский доллар спустилась ниже уровня 1.30 и с утра торговалась около уровня 1.2985. Аналитики из Trading Central считают, что во время этой торговой сессии пара евро-американский доллар будет находиться под давлением с ключевым сопротивлением на уровне 1.3050. Продажа рекомендуется ниже 1.3050 с целевыми точками 1.2950 и 1.2915. Альтернативный вариант. Прорыв вверх уровня 1.3050 откроет путь к 1.3080 и 1.3110. Пару американский доллар – японская иена и пару евро – японская иена во время этой торговой сессии ожидает дальнейший рост. Вот и все на сегодня. Вы смотрели NYFP TV. Всего доброго. До свидания.